Здравствуйте, друзья! Сейчас все услышат, как мы здесь на сцене говорим, и придут на сцену. Мы, может, начнем наш концерт сегодняшний. Поиграем балканской музыки сегодня. Может быть, босановы будут. Ну, скорее всего, нет. Все готовы? Thank you.
добавить чуть-чуть правой половины аккордеона. У нас на сегодняшнем концерте впервые аккордеон делится на две части, на две половины. Левая и правая, как вы понимаете. We'll be right back.
отлично, вы сразу сориентировались. Под все наши песни можно танцевать хороводы водить. Вот. Этим мы здесь, в принципе. Следующая песня про жаворонка будет, Шеванза. Инструментальная композиция. Все рассказал. Сербская народная песня. И будем выбивать из вас скупую мужскую и женскую слезу. Мужско-женскую слезу. Какую получите? Yeah.
Разберемся потом, дорогой. В общем, следующая песня. Вы уже заводили здесь хоровод. Так вот, она напоминает то же самое. Будет песня «Хоровод» сельско-народная. Можно ходить вот тут, можно ходить между столами, цеплять красивых и симпатичных дам и мужчин. За собой и прям в хоровод. Можно по кругу, можно змейкой. Давайте, друзья. Я надеюсь, мне не надо показывать, как это. Давай, Сим! Сейчас будет мастер-класс по цеплянию красивых девушек и парней. We'll be right back.
Спасибо вам большое. Да, друзья, вот мы должны после такого немножко отдохнуть. Вот. И вы тоже отдохните, и мы придем с новыми силами и сделаем хоровод еще больше. Да. И вот Александр мне подсказывает, что здесь лежат вот наши... Пионерская зорька. Подъем. Почти начали второе отделение, и нас даже прибавилось в числе, как вы можете видеть. Да. И из Киева к нам наш спешл гест сегодняшний пожаловал Марк Макаров. Вот, ну, сыграет нам стильные балканские ходы на гитаре, на электрогитаре.
Дебют с нами, потому что мы играли на улице вместе с ним, но вот на сцене мы в первый раз. Так что это наш победный клич.
Хочу вас порадовать. Ой, Дима, мы опять, ну что ж такое, а? Артём. Хочу вас порадовать, что у нас опять хоровод. Хоровод, друзья. Кто первый? Кто первый будет? Кто будет вести эту змейку? Сколько она будет длиной человека? Нам нужно замкнуть в этот раз круг, поэтому давайте стараться. Так, Татьяна в красном ведет. Друзья, все за ней. Быстро. Ну-ка. Айцвай, Трофим. We'll be right back.
заявки сыграть Хаву Надилу. Кто-нибудь любит Хаву Надилу? Ну не знаю, играть, не играть. Ой, что-то плохо мыслите. Ой-ой-ой. Дим, ну ты это задел, вот и играй. Я не умею, как это умею? Thank you.
подходим к завершению нашего сегодняшнего концерта. Он все время обламывает. Вот, но у нас остались песни про животных. Об этом не будем сегодня, Александр. Есть песня про барашков. Как вы смотрите на барашков? Кто любит? Настя умеет... Слушай, Дим, ну давай с животными попозже, народ плясать хочет. То есть, по-твоему, под барашков? Не, под барашков хорошо плясать, но как животное, еще не напились, все, подожди. Хорошо, ладно, подожди. Сейчас все понятно, друзья, понятно. Ой, господи, что такое? Друзья, подожди. В каком темпе хотите? Смотрите, вы хлопаете слабую долю. Я ногой топаю сильно, а вы слабую. Или для вас сложно? Ну вот так. Ну хлопайте слабую долю, давай. Поехали. Ну громче, ну!
у нас осталась последняя песня, на которой мы будем сейчас представлять всех музыкантов. И если Марк еще в зале, мы бы хотели вызвать его. Да, и чтобы можно было тебя представить как следует, по-человечески. Есть в зале Марк. Все равно представлю, так и будет. Начнем слева. Вацлав Бразович, труба. На мой взгляд, у него самая классная шляпа сегодня. Моя не уступай. Роман Жарский, труба. Уж сзади так сзади. Константин Манчу. Сегодня он наша ритм-секция. Баритон. Двигаемся дальше по ритм секции. Илья Рыбатов, пара голова. А вот и пар! Прямо из Киева. Похлопаем ему, друзья. Соло на гитаре, Марковой, давай, давай. Thank you.
хотелось бы поздравить нашу звезду Ольгу. Это дорогая мама нашего ударника Лили Батова. Если вы еще не рассмотрели картинки, рассмотрите. В дисках наши все альбомы. Все альбомы. Это все, вся наша душа в этих дисках. Вся наша душа. Весь Александр Каштанов в них. В этих четырех альбомах. Спасибо большое. Отлично танцевались.